Добрый день. В интернет-магазине онлайн Trade Room был приобретен штатив известной фирмы Manfrotto. Называется он Compact Action. Представляет из себя, то есть, вот, обычная коробка такого исполнения. То есть на коробке здесь описывается как на английском, так и на русском языке основные его функции. Ну и принадлежит данный штатив в области, ну, любительских штативов. Единственное, у нее здесь две функции. Это функция фотографирования. То есть можно использовать. Ну и можно использовать также с видеосъемкой благодаря специальному джойстику. То есть на голове. Так, ну и что из себя представляет? То есть внутри коробки. Находится штатив, упакованный вот такой чехол матерчатого типа. То есть предохраняет от осадков. Здесь, соответственно, логотип фирмы. То есть можно его переносить. То есть, ну и достаточно небольшой вес. Где-то около 1,1 килограмма заявлен. Так, внутри чехла. Находится сам штатив. Ну и находится инструкция, в том числе и на русском языке. Ну и также есть добавочная пластинка, которая устанавливается для камер Sony, для того, чтобы было больше устойчивости. Так, сам штатив представляет себя джойстик. Соответственно, здесь есть два режима, то есть видеосъемка, то есть, ну и перемещение осуществляется вверх-вниз, ну и вправо, соответственно, влево. Так, ну и переключая, соответственно, на фоторежим, то есть здесь уже вращение в любую сторону, и помимо этого, то есть существует еще и портретный режим. Чтобы зафиксировать, то есть камера в неподвижном виде, то есть требуется, соответственно, при помощи прорезинного ролика, то есть до упора, закрутить. Тем самым, то есть камера становится неподвижной. Для того, чтобы установить камеру, камера устанавливается и выдерживает только до 1,5 кг. То есть вот при помощи специального устройства, так называемого колеса с резьбой стандартной, для крепления фотоаппарата либо видеокамеры. Дальше устанавливается и закрепляется. Причем при помощи плюс-минуса можно притянуть камеру к площадке для того, чтобы она приобрела более устойчивую на этой поверхности.
Так, раскладывается при помощи стандартных клипсов. Соответственно, так, ну и также собирается. То есть, вот минимальный размер первого деления. Здесь около где-то сантиметра, ну, а здесь где-то 7 миллиметров составляет. То есть сделан из алюминия. Это, соответственно, полтора. Это деление около двух составляет. Так, это около двух с половиной, но это около трех. Чуть меньше. Так, центральная часть, соответственно, может быть выдвинута. То есть минимальная высота составляет 43 сантиметра. Максимальная высота, то есть от ножек до, соответственно, площадки, 155 миллиметров. Так, центральную часть можно вытащить. То есть, и даже можно, если при желании, можно перевернуть и установить для какой-то вид съемки. Ну и обратно, соответственно, вставляется. Так, данный штатив существует в трех цветовых гаммах. Вот такой вот серо-красный, черный и белый вариант. То есть, ну и для любительской цели, то есть камеру в 1 килограмм выдерживает. Единственное, конечно, это не профессиональный штатив, который держит более большие весы, ну и, соответственно, при ветровой нагрузке более, соответственно, устойчивый. Но с основными функциями фотографии в любительском виде и видеосъемки, то есть здесь голова 2 в 1, то есть он справляется. Ну и всем удачи, кому понравилось.